Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Вы на канале InstaForex TV, где, как всегда, вы узнаете самую актуальную информацию с международного валютного рынка. С вами я, Екатерина Недачина. Экономический рост Китая замедлился до шестилетнего минимума в первом квартале. Объем ВВП расширился на 7%, как и ожидали аналитики. Впрочем, не все рассматривают торможение второй крупнейшей экономики мира как негативный фактор. С точки зрения МВФ, для того, чтобы превратиться из развивающейся страны в развитую, Китаю требуются более умеренные, но и более стабильные темпы роста, а также перебалансировка экономики в сторону внутреннего рынка. Впрочем, реализация этих планов может больно ударить по Австралии и Новой Зеландии, ключевым торговым партнером которых является Китай. По AudiUS здесь снизилась на 0,5% до отметки 0.7590 на фоне слабой статистики из поднебесной. Рост промышленного производства в Китае в марте также замедлился, что стало неприятным сюрпризом для экспертов. Компании сократили объем инвестиций в основные фонды. Опубликованные ранее данные по торговому балансу показали резкое падение как экспорта, так и импорта в марте. Переориентация на внутренний рынок пока идет не очень успешно. Темпы роста розничных продаж упали до многолетнего минимума и составили 10,2%. Данные по деловой активности за март не предвещают ощутимого ускорения. В ближайшие месяцы. Экономисты предполагают, что темпы роста ВВП в стране по итогам всего 2015 года составят 7%, что, по словам китайского правительства, является минимальным приемлемым уровнем для обеспечения населения рабочими местами. МВФ и вовсе прогнозирует снижение темпов до 6,8%. Все это приводит экспертов к мысли, что Народный банк Китая вскоре объявит о расширении стимулирующих программ, либо о новом снижении процентной ставки. Будьте в курсе новостей вместе с компанией InstaForex. Увидимся в следующем выпуске.